Так, это у нас уже будет третья погрузка. Блять, Игорёк! Ты чё делаешь, а? Так он снова, он отъезжает, то же самое зацепил. Ты что делаешь? Ну-ка попробуй подвинуть-то. Ножик у меня не отдавали. А где у тебя ножик, а? А он в кармане у меня был. Ну открывай, открывай сильнее. Есть плесень, нет? Ничего я не вижу никакой плесени. А у него там нет хоть ножа-то от этой, блин. Больно длинное видео будет на телефон. Сейчас попробую. Ну, хорош сенаж, но. Тяжелые сильно, да? Надо 7 штук, иначе просто невыгодно возить. Сейчас попробую еще там заснять. Это уже третье будет видео. Третья погрузка. Сейчас я вскрою. Ты вот так вот, как консервина. По краю. Ты середину саму режешь, там больше всего пленки. В середине. Она одинаковая, короче, свою. Нет, вот здесь-то больше на хлест друг на друга. Вот так маленький. Отлично все, да? Говорят, по 1000.
По 1000, мне кажется, дешево, ну ладно. Это вот это настоящий сенаж, да? Да, вот этот твои, мои будут жрать с удовольствием. Думаешь? Да. Он тот сухой, что? И тот жрали, да? Но он, смотри, он, видишь, он все равно сухой попадается. Нет, такой я давал, у меня съели. Ну тогда, может, эти две пачки оставить? Сейчас вот идем. Посмотрим, что он скажет, да? Игорьку, видать, тяжко нам после вчерашних полторашек, да? Хуя, блядь, по 3 литра открывать каждый божий день, блядь. Так а вы его спросите, на что он это, пайку-то потратил нам? А, уже там? Да, а хули там? Молодец, да. Давай. Ага, во-во. Да что говорить, блин, вообще. Все в идеале, вообще полностью, да? Не, вот это будет. Запах именно фруктовый, кисляка вообще нету на запаха. Я ему вчера сказал, хоть. Да? А чё? Ну, блядь, сразу вывернуть нельзя, нет, по 90 градусов сразу рвать надо. Поперек колеса, да? Да. А как ложить? Тут опять вперед надо переезжать, на. Хоть туда-сюда придется кататься сейчас. Ну, легче-то этот сперва взять. Вот этот крайний, чем тот брать, а? Вообще, никак не подумать, да? Сейчас будет тыркаться туда-сюда. Потом сразу в объект, выворачивался, ставить как надо. Это у нас немецкая пленка, правильно? Последние рулоны, которые мы с тобой мотали. Немецкая, перед этим смоленская была, да? А потом немецкие пачки, две дома отвалены. Да, 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 это немецкая. 500, нет, 750-е зеленые пачки. Туда уже ложить тогда, ебаный рот, блядь. Да ладно, что ты, у него с похмелья не варит голова, а ты говоришь. Ой, взял на тормоза как надо. Сейчас еще в обочину хернет нам. Еще разговаривает что-то там. Ну, что, по-нормальному, что ли, делано? Давай. Катится у нас. Еще чуть, да, да, да. Упрется она. Не, давай все-таки его перевернем, да? Ага.
Вообще, как закатывали нах. Как катали, так и есть нах. Вот этот чуть-чуть рулон здесь вот есть плесень поверхностная. А ты им туда проход чистил, что ли, нет? Все 7 штук, вот это вот настоящий сенаж, он как бы суховатый, такой 50 на 50%, но у нас его не особо этот едят на. Ты вон эти портянки собери на. Еще бы сверху пару кинуть бы, да? Да, конечно. Блин. В чем, блин? И рессоры на дороге будем менять, да? Да, точно будет опущенные. Да. Сейчас посмотрим, как сядет на. Да этот хвост далеко, нахуй, сильно сядет, да, нахуй? Ну нет, так и так, да. Ну и все равно эти, мне кажется, полегче более-менее такие. Ага. Да не, не особо просел-то. Все, поехали.